хотел бы поздравить с Днем Защитника Отечества наших уважаемых граждан Павлодара, города Павлодар, Павлодарской области, и пожелать им здоровья, счастья, благополучия, мирного неба. Уважаемые защитники Отечества, поздравляю вас от чистого сердца с праздником, Днем Защитника Отечества и 30-летию Вооруженных сил Казахстана. Мы всегда гордимся взрослым и молодым поколением, которые внесли значительный вклад в дело защиты нашей Родины. Желаю вам благополучия и процветания в вашем благородном деле, здоровья и счастья, мира для ваших семей.